«Россия начинается с тебя». Под таким названием в станице Анастасиевской прошел слет ученических и студенческих самоуправлений. Лучшие в молодежном самоуправлении традиционно собираются в канун окончания учебного года, чтобы подвести итоги работы, поделиться опытом и просто отдохнуть. Подробности в следующем материале выпуска. Славянск на Кубани – город студенчества. Реализация молодежной политики на территории нашего района невозможна без активных, творческих, ярких ребят. В нашем районе работает около 40 ученических и студенческих самоуправлений. Молодежный совет при главе района, советы при главах поселений и районный ученический совет. Ежегодно состав самоуправлений пополняется активными, творческими и целеустремленными лидерами. Участники слета выстроились на торжественную линейку на площади перед Анастасиевским домом культуры. Лучших в этот день наградил почетными грамотами и благодарственными письмами председатель районного совета Григорий Литовко. Шестая школа. Малиновская Яна. Башкирова Валерия. Козлов Анатолий. Слет традиционно проходит в мае, и это не случайно. 19 мая для старшего поколения особая дата – День пионерии. Эти организации в какой-то степени стали прообразом нынешних молодежных самоуправлений. Слет школьных и студенческих самоуправлений России начинается с тебя. Он исторически уходит в далекое-далекое прошлое, когда еще была организация «Славянцы». Это было прототипом, похоже на пионерскую организацию. Традиции, лучшие традиции пионерии, комсомола, скажем так, культивировались в этой организации. И это мероприятие призвано, призывает здесь всех ребят объединиться, подружиться, завести новые знакомства, подвести итоги промежуточные, как мы провели хорошо, творчески, интересно и полезно и результативно учебный год. Олеся Загорулько на протяжении учебного года занималась патриотической работой, волонтерской деятельностью. Для нее участие в слете – это возможность заявить о себе, проявить все свои творческие, организаторские и лидерские качества. А быть лидером в своей школе – задача непростая, признается девушка. Лидер – это в первую очередь ответственность. Нам нельзя забывать, что мы являемся примером для окружающих, на нас все равняются. С одной стороны, это очень тяжело, а с другой, вроде бы, как-то радостно, то, что это ты лидер. Для кого-то самоуправление – это повод хорошо и интересно проводить время. Для кого-то – возможность заявить о своих лидерских качествах. Но главное то, что нынешняя молодежь неравнодушна к общественной жизни нашего района. После завершения официальной части прошел праздничный концерт, а также игровой квест по станциям и молодежная дискотека. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».